Бывает такое, что вы работаете с кем-то из ваших товарищей, сотрудников, и вы видите, что человек не очень эффективен. Вы видите, что сотрудник тратит время, силы на какие-то совершенно ненужные действия. Знаете, иногда как руководитель я наблюдаю за некоторыми своими сотрудниками. У меня такое было, что я наблюдал, и я думал, господи, что же с ними не так? Почему они делают такие странные вещи, которые явно не приводят к результату? Ну, вы это можете увидеть каждый день. Знаете, вот вчера я был в супермаркете здесь неподалеку, и я в очередной раз увидел промоутеров. Это довольно забавно. Промоутеры такие красивые девушки или там парни, они стоят и предлагают вам кусочек колбасы или что-то в этом роде. И это необычайно интересно, потому что они предлагают что-то продегустировать. Ты это дегустируешь. И даже когда человек доволен, даже когда ему понравился результат этой дегустации, по какой-то странной причине, очень редко, когда промоутер говорит, пойди и купи, или вот я вам предлагаю взять прямо сейчас эту баночку, эту упаковку и так далее. Это довольно интересно. Понимаете, получается, что эти ребята, они делают много работы, они практически делают целую кучу работы, но они не доводят свою работу до нужного результата, потому что ну, скорее всего, идеальным результатом работы такого промоутера была бы реализация. Реализация вот этого нового товара, с которым они знакомят людей. Почему так происходит? Причина этого очень проста. Это причина большей части неэффективности сотрудников. Это связано с тем, что человек делает работу, не понимая, какой продукт он должен получить. Продукт – это результат труда. Очень часто люди берутся выполнять работу, не понимая, какой продукт они должны получить в результате. Вполне возможно, что этот промоутер думает, что его продукт – это люди, которым он дал продегустировать. А в этот момент его руководитель, который поставил его на эту работу, думает, что продукт промоутера заключается в том, чтобы новые потребители купили этот новый товар, который они продегустировали. Понимаете, два совершенно разных представления. Как с этим справиться? Это довольно легко. Когда вы даете человеку какую-либо работу, позаботьтесь о том, чтобы продукт был очень точно сформулирован. Если вы выводите этого промоутера в супермаркет, сформулируйте продукт, что его продуктом являются люди, которые продегустировали, ознакомились с товаром и купили этот товар. И вам надо добиться, чтобы этот человек, этот промоутер, он очень хорошо понимал, что именно это является его продуктом. А то, что он раздает и призывает их, чтобы они пробовали, это всего лишь одна из составляющих, одно из действий. Я могу вам сказать, что если вы будете иметь вот именно такую точку зрения, и вы будете смотреть даже на каждое свое собственное действие с точки зрения результата, каждый раз даже себе задавать вопрос, а какой продукт я должен получить, ваша эффективность станет выше. Если вы хотите добиться большей эффективности от ваших сотрудников, и вы каждый раз будете формулировать очень точно продукт и добиваться, чтобы человек его понимал. Вы повысите эффективность. И я вам очень рекомендую, посмотрите на это, примените это. Очень точно формулируйте всегда продукты, доносите их до своих сотрудников, и вы увидите, как эффективность работы будет возрастать.